Прадо, центрального мікрофона. І ми продовжимо обговорення програми дій уряду, яка буде презентована в четвер у парламенті. І тут я хотів би поцікавитися у вас, як у представника місцевого самоврядування, а як ви оцінюєте програму дій уряду в розрізі якраз місцевого самоврядування? Там є щось вам потрібне? К сожалению, есть очень большие вопросы к программе правительства, и я буду говорить сейчас не только от своего имени, а от имени Ассоциации городов Украины, то есть коллеги меня уполномочили, поскольку я являюсь членом правления Ассоциации городов Украины, и в первую очередь нашу серьезную обеспокоенность вызывает в программе уряда, а также в будущем голосовании Верховной Рады, это вопросы, связанные с укрупнением и созданием новых районов. Я постараюсь объяснить нашу позицию. Я вот смотрю, тут коллеги уже, наверное, готовятся задавать вопросы. Поэтому я думаю, их упряжу сразу. Мне хотелось бы, конечно, еще задать был этот вопрос уважаемому премьер-министру. Но теперь, я думаю, будет министр финансов и руководитель профильного комитета отдуваться как член правящей партии. Ситуация заключается в чем? Что вроде бы как есть благие намерения, при этом, как обычно, благими намерениями услана дорога в ад. Фактически, опять же, я упреждаю, тут вот коллеги начинают возбуждаться о том, что все это идет под идеологемами о том, что, в общем, мы будем бороться в том числе с какими-то местными феодалами или князьями и прочее, но давайте смотреть в корень. Ситуация заключается в том, что укрупнение районов, оно сделано механистическим путем. И я приведу несколько примеров, которые будут говорить о том, что это искусственная ситуация, причем это ситуация, которая намеренно педалируется в преддверии местных выборов, поскольку вообще ныне действующая власть, она не понимает сути местного управления, то есть они считают, что оно должно быть встроено местное самоуправление в вертикаль власти. Что происходит? То есть для того, чтобы телезрителям было понятно, то есть если это постановление, правительственное постановление, которое в том числе артикулировано в программе уряда, будет принято в четверг, то произойдет так, что областные центры фактически будут понижены в своих правах до уровня районных центров. Более того, над областными центрами будет еще, кроме областной администрации, командовать райадминистрация. Кроме этого, если не будут, и я думаю, коллеги мне подтвердят, наши из правящей партии, из правительства, если не будут приняты изменения в закон о местном самоуправлении и в бюджетный кодекс, то из бюджетов территориальных громад будет изъято 60% ПДФО. Кроме этого, если мы говорим о том, что эта история механистическим путем утверждена, ну вот для примера я вам скажу так. Например, Новгород-Сиверский район Черниговской области, туда не попадешь через территорию Украины, разве что только не через Сумскую область, либо через территорию Российской Федерации. Например, Харьковский район, он будет где-то 1 700 000 жителей, при этом Счастинский 82 тысячи жителей. И если мы опять же экстраполируем эту историю на вопросы, связанные с местным самоуправлением, и опять же с программой уряда, то никто не корреспондирует эти вещи в будущем. А будут ли там опорные школы? А что делать с теми людьми, которые сейчас работают в бюджетных организациях, и их надо завтра увольнять? То есть эта история на самом деле имеет очень простое обоснование. Перед выборами перекроить административно-территориальное деление Украины для того, чтобы облегчить себе не победу, я подчеркиваю, а хотя бы достойный результат на местных выборах и при этом держать местное самоуправление на коротком финансовом поводке. Все. Пан Железняк. Я вам, по-перше, хочу подякувати як представнику асоціації міста, як і меру, за ту роботу, яку ви, мери, робили під час кризи і робите під час кризи коронавірусу. Ви, місцеве самоврядування було тут фортецею, перша, яка прийняла удари. Я знаю, що ми з вами обговорювали, що досить деякі обіцянки уряду, як 300% надбавки, з деякими місцями не дійшли, але, знову ж таки, вдячна за те, що ви все ж таки спромоглися це хоч якось зупинити і допомогти і лікарям, і нашим громадянам. У мене до вас питання, якраз користуючись наявністю міністра фінансів в нашій студії. Ми бачимо, що велике недоотримання місцевих бюджетів є в цьому році. Якщо я не помиляюсь, це навіть більше, ніж 12 мільярдів.
Ми разом з Асоціацією міст від фракції «Голос» подали законопроект і про збільшення перерозподілу ПДФО і намагаємося знайти іншим можливості вам компенсувати якось і дати можливість пережити цю кризу. Але у мене до вас питання, враховуючи, що є міністр фінансів, є профільний голова комітету, є все ж таки багато людей, які нас дивляться. Що ми, звичайно, перший заступник голови профільного комітету, що ми, Верховна Рада, що вони, уряд, повинні зробити, щоб якось вам дати можливість прожити, пробачте за це слово, але прожити з цими бюджетами до кінця року? Ну, я вернусь к программе уряда и то, о чем мы говорили. К сожалению, опять же, нет уважаемого премьер-министра, но, может быть, я расскажу, это не инсайт, но, тем не менее, это были переговоры в Ассоциации городов Украины с правительством, ходили, опять же, во фракцию «Слуга народа», и нам публично обещали, я имею в виду Ассоциации мест Украины, о том, что будет проголосовано не только постановление о создании новых районов и их укрупнений, а также изменения в бюджетный кодекс и соответствующие изменения в закон о местном самоуправлении. И это должно было быть подано как урядовый законопроект. Но только получилось так, что постановление 36.50 об укрупнении районов подали, а то, что обещали, забыли подать. Если коллеги сейчас публично подтвердят, что, может быть, я ошибаюсь, и в четверг это будет проголосовано, ну, наверное, где-то здесь можно будет соблюсти еще какой-то компромисс. Опять же, при соблюдении интересов не только всего местного самоуправления, но еще и областных центров и мест областного подчинения. Потому что я говорю не только за областные центры, но, например, за такие города, как Измаил, как Мариуполь. Вот я бы хотел услышать, переадресовав вопрос Ярослава, коллегам, то есть можете ли вы подтвердить, как партия монобольшинства, будете ли вы голосовать в четверг такие урядовые законопроекты, и таким образом, как говорит коллега из фракции «Голос», вы сможете помочь местному самоврядуванию, хотя бы чтобы для того, чтобы у них не забирали 60% ПДФО? Дякую, пане Філатов. Дякую, вы можете вставать за свою трибуну, а мы, оскільки у нас...